Четверо участников шведской команды чемпионата мира по приключенческим гонкам остановились на привал в глубине тропического леса в Эквадоре, когда в ним подошла бездомная собака. Парни угостили исхудавшее животное мясной фрикаделькой. Они даже не подозревали, к чему это приведет. Спустя несколько километров ребята поняли, что собака следует за ними. Она была очень упорной, ни на шаг не отставала от них. Парни решили назвать ее Артур. Впереди путников ждало еще несколько километров пути по непроходимым джунглям. Несколько раз участникам приходилось доставать животное из грязи. Во время пути одному из участников понадобилась медицинская помощь из-за обезвоживания. Артур остался с ним, в то время как другие ребята отправились за помощью. Когда парни дошли до реки, они решили, что им придется расстаться с преданным животным, так как им нужно было грести на каное но упорная собака зашла в воду и поплыла за ними. Тогда они взяли ее к себе. В конце концов команда из пяти участников пересекла финишную прямую. Но самое удивительное еще впереди. Один из участников чемпионата, который взял Артура в каноэ, приютил его. На своей странице в Facebook Линдерт написал, «Я чуть не заплакал от счастья, когда получил разрешение от шведского совета сельского хозяйства приютить его». Шведская команда заняла на чемпионате 12 место. Но Линдерт видит это так, я шел с целью выиграть чемпионат мира, но вместо этого я приобрел нового друга. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!